Король лягушонок или железный Генрих. Братья Гримм. Давным-давно, еще в те времена, когда обещания исполнялись, а желания сбывались, жил на свете старый король. Все дочки у него были красавицы, а уж младшая была до того хороша, что даже солнце, которое столько видело на своем веку, и то заглядывалось на ее личико. Неподалеку от королевского замка стеной стоял большой темный лес, а в лесу под старой липой был колодец. В жаркие дни королевна выходила в лес к старой липе и садилась на каменную ограду колодца. А чтобы не было скучно, она брала с собой золотой мячик, подбрасывала его и опять ловила. Это была ее любимая игра. И вот случилось как-то раз, что мяч взлетел уж очень высоко. Королевна подставила ручки, чтобы поймать его, но он пролетел мимо, ударился о землю и, подскочив выше ограды, упал в колодец. Как ни старалась королевна разглядеть свой мячик в темной воде, он пропал, словно его никогда и не было. Колодец был такой глубокий, что и дна-то в нем не было видно. Королевна горько заплакала. Она плакала все громче и громче и никак не могла утешиться. Вот сидит она, плачет и вдруг слышит. Кто-то говорит ей хрипло. «Что с тобой, королевна? Ты так горько плачешь, что холодный камень и тот пожалеет тебя». «Кто же это сказал?» Она огляделась и заметила в конце лягушонка, который выставил из воды свою противную плоскую голову. «Ах, это ты, бедный мокрошлеп!» — сказала она. «Я горюю о моем золотом мячике. Он упал в воду». «Успокойся и не плачь больше», — сказал лягушонок. «Я могу помочь твоей беде. Но скажи сначала, а что ты мне дашь, если я достану твою игрушку?» «Все, что захочешь, милый лягушонок», — сказала королевна. «Мои платья, мои жемчуга, мои драгоценные камни. Я отдам тебе даже золотую корону, которую всегда ношу». «Нет», — сказал лягушонок, — «не надо мне ни твоих платьев, ни жемчугов, ни драгоценных камней. И твоей золотой короны я тоже не хочу». «А хочу я, чтобы ты полюбила меня и подружилась со мной. Хочу играть с тобой во всякие игры, сидеть рядом с тобой за твоим столиком, есть из твоей золотой тарелочки, пить из твоего золотого стаканчика. Вот если ты мне все это пообещаешь, я сейчас же нырну в колодец и достану твой золотой мячик». «Ну, конечно, обещаю», — сказала королевна. «Я сделаю все, что ты пожелаешь, только достань золотой мяч». А сама подумала, что он там болтает, этот глупый лягушонок. Сидел бы в луже со своей роднёй, да квакал. А лягушонок, едва только она это сказала, обещаю, сразу скрылся под водой. Он нырнул на самое дно, и прежде чем королевна успела сосчитать до пяти, вынырнул с золотым мячиком во рту и бросил его на траву к ее ногам. Королевна очень обрадовалась, увидев свою любимую игрушку, подняла мячик и побежала из леса домой. «Постой, постой!» – крикнул лягушонок ей вслед. «Возьми же меня с собой, я не могу бегать так быстро, как ты!» Но сколько он ни кричал, сколько он ни квакал, она даже не обернулась. Может быть, в торопях она его не слыхала? Кто знает. Во всяком случае, она ничего не сказала дома и скоро совсем позабыла про бедного лягушонка. На другой день младшая королевна вместе с королем и со всеми придворными сидела за столом и ела из своей золотой тарелочки. И вдруг все услышали шлеп-шлеп, шлеп-шлеп. Кто-то вскарабкался по мраморной лестнице и, добравшись до верхней ступеньки, постучался в дверь и сказал: «Королевна младшая, отвори!» Королевна вскочила и побежала посмотреть, кто это к ней пришел. Отворяет дверь, а на пороге сидит лягушонок. Она скорее захлопнула дверь, вернулась на свое место и опять села за стол. Но ей стало очень страшно. Король сразу услышал, что сердце у нее стучит, будто выскочить хочет, и спрашивает: «Что с тобой, дитя мое? А чего ты так испугалась? Уж не стоит ли там за дверью великан, который задумал тебя похитить?» «О, нет», — ответила королевна, — «это совсем не великан, это просто гадкий лягушонок».
«А чего же ему надо от тебя, этому лягушонку?» «Ах, милый отец», — сказала королевна, — «сидела я вчера в лесу у колодца, играла в мяч, и вдруг мой золотой мяч упал в воду. Я заплакала. Тогда этот лягушонок достал мне его и потребовал, чтобы я за это взяла его к себе в товарищи. Но я и пообещала, а теперь он явился сюда и хочет, чтобы я его впустила». В это время в дверь опять постучали, во второй раз, и тот же голос хрипло проквакал. «Королевна младшая, отвори! Разве ты забыла, что сказала мне у глубокого холодного колодца? Королевна младшая, отвори!» Тогда король сказал: «То, что обещано, должно быть исполнено. Ступай и отвори ему». Делать нечего. Она пошла и отворила. Лягушонок перескочил через порог и поскакал дальше вслед за нею, прямо к ее стулу. Тут он остановился и говорит: «Ну, посади меня рядом с собой». Но королевна до тех пор не решалась взять его в руки, пока король не приказал ей. Едва лягушонок очутился на стуле, как ему захотелось на стол. Пришлось посадить его на стол. Он уселся и говорит: «А теперь подвинь поближе ко мне свою золотую тарелочку. Будем есть вместе». Волей-неволей пододвинула она к нему свою тарелочку. Лягушонок с удовольствием принялся за еду, а у нее чуть ли не каждый кусочек застревал в горле. Наконец лягушонок наелся и говорит: «Ну вот, я и сыт. Теперь снеси меня в свою комнатку, приготовь свою шелковую постельку, а я что-то устал». Королевна так и залилась слезами. Ей было противно даже притронуться к этому скользкому лягушонку. Тут король рассердился и сказал: «Стыдно гнушаться тем, кто помог тебе в беде». И бедная королевна осторожно взяла лягушонка двумя пальчиками, снесла к себе наверх и посадила в угол. Но чуть только она улеглась в постель, лягушонок подполз к ней и говорит: «Я тоже устал и хочу спать». Как рассердилась королевна! Она схватила его, размахнулась, да как швырнет изо всех сил. «Ну теперь-то ты уймешься, наконец, мерзкий лягушонок!» Лягушонок ударился об пол, и вдруг вместо него перед королевной оказался прекрасный королевич. Он рассказал королевне, что злая колдунья превратила его в лягушонка, и что только она, младшая дочь короля, могла освободить его от злых чар. И теперь он свободен. А на другое утро, едва только солнце поднялось над лесом, к воротам королевского замка подъехала карета, запряженная восьмеркой белых коней. На головах у коней качались страусовые перья, вся упряжь была из золотых цепочек, а на запятках стоял слуга королевича, верный Генрих. Верный Генрих так горячо любил своего молодого господина и так горько горевал, когда колдунья превратила того в лягушонка, что ему пришлось сковать свое сердце тремя железными обручами, чтобы оно не разорвалось от печали и горя. В этой-то карете и должен был вернуться королевич с невестой в свое королевство. И вот верный Генрих усадил молодых в карету, а сам снова стал на запятки, от всего сердца радуясь избавлению своего господина. Но не успели не доехать до первого поворота, как вдруг что-то треснуло позади, будто сломалось. Королевич обернулся и говорит: «Генрих, ломается ось пополам». «Нет, господин, это кажется вам. Лопнул тот обруч, которым сковал я свое сердце, когда-то сковал, пока вы в колодце глубоком студеном сидели на дне лягушонком зеленым». Еще раз и еще раз треснуло что-то во время пути, и королевичу с королевной все казалось, что это ломается карета. А это один за одним лопались железные обручи на сердце верного Генриха, потому что большая радость не умещается в сердце, окованном железными обручами.